Идет блондинка по рынку, смотрит мужик, косточками из-под яблок торгует. Подходит к нему, и начинается у них диалог. «А что, эти косточки кто-то покупает?» Он: «Да, от них повышается интеллект». Она: «А как это?» Он: «Ну вот, возьмите, попробуйте, за 10 штук всего лишь 200 рублей». Блондинка покупает эти косточки, съедает и думает: «Блин, да за такие деньги я бы 3 килограмма яблок купила! Он: «Вот, видите, у вас уже появился интеллект». Она: «И правда, блин, а дайте еще десяток». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях, и я с радостью на них отвечу. Всем пока-пока!